Игорь Ворошилов встал на лыжи в далеком 1948 году. Выступал за спортивное общество «Динамо», в 60-х годах прошлого века выполнил норму мастера спорта. Несмотря на почтенный возраст, Игорь Профирьевич продолжает заниматься любимым спортом и не отказывает себе в удовольствии приехать в Саров. Я приехал сюда не первый раз. 15 лет назад, и каждый год мы сюда приезжаем, как на великий праздник, с большим удовольствием. И в моем уже почетном возрасте все равно я нахожу силы участвовать в этих соревнованиях. И делаю это с величайшим удовольствием. Аллу Черилову в Саров приехала из Заречного. Она, как и многие другие лыжники, стартующие в этот день, может похвастаться тем, что участвует в забеге не первый год. Для нее это уже 20-й лыжный мемориал в Сарове. Раньше запоминалось как-то более массово, такое было зрелищно. Людей больше приезжало, мне кажется, из того, что дистанция проходила вот там. Больше равнины было и как-то вот, ну, более такая она вот для мемориала способствует. То есть не вот это вот профессиональная трасса, можно сказать, для профессионалов, а больше любителей раньше приезжал. 40-й мемориал для всех его участников получился действительно особенным. Множество дистанций для всех уровней подготовки спортсменов, поддержка коллег по работе и горячий сладкий чай на финише. В стартовом коридоре нашлось место и для желающих сдать тестирование ГТО. Очень большое количество в забеге ГТО принимают участие. Почти 450 человек по стартовому протоколу зарегистрировалось. Такого еще не было. Как отметили и организаторы, и сами участники, на мемориал большинство пришло не за медалями и наградами. Для многих это в первую очередь праздник спорта, здоровья и единения. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров24.